Мариновка приветствует. Заходим в ДНР. На Донецк. На штаб. Новороссию. Новороссию отстоим. Все, Украину снесли, теперь будет здесь Новороссия. Вон как. Восстанавливать Мариновку очень дорого, поэтому очевидно, что мы с Россией будем одной страной, чтобы не тратить дополнительно на выстраивание границы, там, пунктов таможенного пропуска и все такое, мы на этом сэкономим. Сразу, поехали. Давай. Пока, немец.